21 век. Уже все уходит в интернет. Люди покупают одежду, продукты, оплачивают коммунальные платежи и многое другое. Прежде всего, это очень выгодно, потому что предпринимателям не нужно закладывать стоимость продукта, аренду, зарплату продавцам, кассирам. Второй важный момент – это очень удобно, потому что не нужно выходить из дома. А в наши дни экономить время – это очень важно. Я понял, что зарабатывать онлайн можно и нужно. В компанию Oriflame я пришел 3 года назад. На тот момент я работал на заводе. В Oriflame я пришел 4 года назад из традиционного бизнеса. У меня была сеть мебельных салонов. Я была руководителем в банке. Мама в декрете. Я была студенткой. Предприниматель и мама 2 детей. Что меня привлекло в компании? Свободная занятость. Неограниченные доходы. Возможность быть рядом с детьми, со своей семьей. Надежный партнер. Компания известна во всем мире и развивается уже более 50 лет. Путешествие за счет компании. Легальный бизнес. Чего я уже достигла с компанией? Я купила квартиру в 21 год и путешествую. Благодаря Oriflame я уволилась с наемной работы. С компанией Oriflame я сотрудничаю 1,5 года, и за это время я заработала более 1 000 000 рублей. Уволила начальников из своей жизни. За 4 года работы, дополнительно к основному доходу, я получила премиями более 1 000 000 рублей. За 2 года работы мы закрыли кредиты на сумму более 1,5 миллиона рублей. Что же нужно делать для того, чтобы достичь результата? Есть 3 правила – обучение, личное потребление продукции и приглашение партнеров в бизнес. Первое правило – обучение. Но давайте сразу договоримся, что вы сами не ищете информацию, где попало. Потому что, когда вы на этапе новичка изучаете информацию, которая предназначена для директоров, то вы ничего не поймете. У вас будет только каша в голове. Та информация, которая вам нужна на данном этапе, вам дает ваш наставник. По мере роста вы будете получать новую информацию, которая вам поможет. Важно не зарываться в обучении, ведь профессионалами без практики не стать. Второе правило – потребление. Люди мылись, моются и будут мыться. Все мы с вами пользуемся шампунем, мылом, зубной пастой, витаминами, девушки декоративной косметикой. Вне зависимости от финансового состояния, возраста и пола, люди приобретали и будут приобретать продукцию ежедневного спроса. Если задуматься, за покупки в розничных магазинах нам не платят. Кроме того, мы переплачиваем около 400% по отношению к себестоимости товара. В первую очередь, с компанией Oriflame мы имеем возможность экономить, поскольку отсутствует цепочка оптовиков от производителя к потребителю. В компании Oriflame своих 4 завода по миру, поэтому мы получаем товар практически по себестоимости. Поэтому вторая задача – это поменять обычный розничный магазин на свой интернет-магазин в компании Oriflame. 1500 наименований, ты обязательно найдешь то, что тебе действительно нужно. Если говорить про качество продукции, то для компании Oriflame это всегда было в приоритете, и она постоянно улучшает это качество. Второе правило самое легкое. Третье правило бизнеса – это рекрутирование, приглашение людей в команду. Это очень важно. Если вы хотите начать быстро зарабатывать и увеличивать свои доходы, нужно ежедневно приглашать людей в свою команду. Где же искать людей? В первую очередь мы начинаем работать с теплым рынком. Теплый рынок – это ваши знакомые. И очень важно оповестить всех людей в вашем окружении, что вы развиваетесь в крутом бизнесе, и рассказать про все возможности. Кто-то скажет «да» и начнет с вами развиваться, кто-то вам откажет. Отказы – это нормально. Возможно, сейчас человека все устраивает, и он не нуждается в большем заработке. Но со временем все может измениться. И он придет к вам, потому что вспомнит, что вы приглашали его зарабатывать. Мы работаем как со знакомыми, так и с незнакомыми людьми. И лидеры в вашей команде могут быть из теплого и из холодного рынка. И, возможно, кто-то из ваших знакомых – это будущий лидер вашей команды. Мы работаем в соцсетях с незнакомыми людьми. Это называется холодный рынок. ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм. Люди есть везде. Вы выбираете удобную для себя социальную сеть, а ваш наставник дает вам информацию, как там работать. Вы начинаете приглашать людей. В интернете многие еще не знают о нашем бизнесе. Они ждут вашего предложения. Запомните, вам нужно выйти на 1 регистрацию в день для быстрого роста. Выполняя 3 правила нашего бизнеса – обучение, приглашение людей и личное потребление продукции – вы начинаете расти и начинаете зарабатывать. Что еще важно помнить? Когда у вас появляются личные партнеры, ваш наставник научит вас сопровождать и обучать. Сутью бизнеса является организация 2 миллионного товарооборота.
Чтобы зарабатывать здесь от 30 тысяч рублей, нужно, чтобы в вашей команде были люди, которые получают свои доходы. Это и есть основной и самый прибыльный вид дохода. Посмотрите, сколько здесь могут зарабатывать люди. Это 20-50 тысяч, а кто-то больше 200. Вы можете зарабатывать любые деньги. Нужно просто делать то, что говорит наставник. Помимо доходов мы еще путешествуем. До 3 раз в год можно путешествовать за счет компании. Вам оплачивают перелеты, проживание и питание. В этом году уже были конференции в Австралии и Турции, и в сентябре мы полетим в Испанию. Также есть возможность получить автомобиль за 2 миллиона рублей в подарок от компании. Mercedes, BMW, Lexus. А может быть, ты хочешь Audi? Что еще нужно делать? Присутствовать в командных чатах, быть на связи со спонсором и постоянно задавать вопросы. И дать себе время сделать результат. Допустим, вы хотите зарабатывать 100 тысяч рублей. Чтобы выйти на такие доходы, вам нужно будет год, полтора или два. Все зависит от вашей активной работы. Мы все разные, и нам всем нужны деньги. И вы пришли в нужное время в растущую компанию. Добро пожаловать к нам в команду и желаем вам успехов.